Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Первое дело по махинациям в агрохолдинге «Альпари» уйдет в суд в мае. Правоохранители подозревают, что компания обанкротилась при содействии своего руководства. В сентябре прошлого года один из банков-кредиторов сообщил в полицию о хищениях со стороны совладельцев агрохолдинга Игоря Загоскина и Нины Калантай. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере и банкротства агрохолдинга. Руководитель регионального ОМВД Константин Селянин заявил, что Загоскин и Калантай арестованы. Первая часть данных уголовных дел уйдет в суд в апреле-мае. Программа «Экономика». В регионе выросло количество ликвидаций организаций. На территории Кировской области на начало этого года в статистическом регистре учтено 36,5 тысяч организаций. За два года их число уменьшилось на 8%. В прошлом году в регионе появилось 3150 новых организаций, на сотню меньше, чем в 2015, а ликвидировано было 6 тысяч юридических лиц. Это в 2,5 раза больше уровня 2015 года. Впервые за последние 5 лет число ликвидированных юридических лиц почти в 2 раза превысило количество зарегистрированных экономических субъектов, отмечают в Кировстате. Экономика. С 1 мая откроются места для сезонной торговли. В Октябрьском районе, например, заработает 14 объектов. Они будут расположены на территории сквера на Театральной площади в Парке Победы. Кроме того, торговля будет организована по адресам Лепси 51А, Октябрьский проспект 4, 63, на углу Московской и Упита. Всего будет не менее 90 точек продаж. Работать они будут до 30 сентября. Стоимость 1 квадратного метра в любой части города выставляется на аукцион по одной цене 300 рублей в месяц. В завершение валютах доллар снизился на 42 копейки и стоит сегодня 55 рублей 96 копеек. Курс евро 59,81. Снижение курсу пятницы на 78 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.